Завтра будет означаться сусветный день борьбы с шаленством. Его основная задача – притягнение уваги громадскости до даденной проблемы и освета насельництва. Напередодні у Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии отбылся круглый стол по теме «Профилактика шаленства». Специалистами была огучена эпидемичная ситуация у областном центре, ветеринарно-санитарные правила по предохилению, диагностике и ликвидации захворвания, а так само правила утримания хатніх гадаванцев и контакту с дикими. За 8 месяцев 2018 года на территории города Гомеля зарегистровано 5 выпадков шаленства сярод живёл. Это небезопасное захворвание может передаваться людям про слину инфицированных зверов, как правило, при укусах и драпинах. Шаленство – смертное захворвание, але его можно попередить. Сродком профилактики з'являються прищепки особам, которые потерпели от контакту с живёлой. Треба отзначить, эффективность проводимых мероприемств напрямую залежит от своечасового звороту за медицинской допомогой. Самое главное – это исключить контакт с животными, безнадзорными и дикими животными. Но если уже случай контакта произошел, укус, оцарапание, то в первую очередь нужно обратиться в учреждение здравоохранения, где ему будет оказана терапевтическая помощь, назначено лечение, и соблюдать это лечение в соответствии с рекомендациями строго. Не прерывать самовольно, не отказываться. Врачу виднее, он оценил риски, поэтому строго соблюдать. Актуальную информацию по пытаниях профилактики шаленства можно отримать завтра под час горячей линии врача-эпидемиолога Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии. Телефоновать треба по номеру 25 49 51 с 10 до 12 годин.